сам в шоке. Я не знаю, как это произошло. Я не могу вам ничего сказать по этому поводу, но вот так вот оно произошло. Просто я хотел сегодня поиграть в Happy Wheels и записать по этому ролик, но потом вспомнил, что мне постоянно кидают на него демонетизацию, говорят, что это слишком жестко, таких, нет, это слишком жестко для нашего YouTube, там же красное что-то летит из человечков. И это нет, это слишком жестко, мы давай лучше удалим твой ролик. А я тут случайно наткнулся на Happy Wheels в Роблоксе и думаю... Меня, конечно, посещали мысли, что это подстава какая-то и не стоит сюда, не стоит в это лезть. Но ведь есть люди, которые на серьезных щах играют в это. Не, я понимаю Майнкрафт, пацанская игра, нормальные пацаны все играют в Майнкрафт, даже если говорят обратное. Понимаю копателей онлайн, бывает с мужиками после работы, как зайдем, так поиграем. А Роблокс-то чё? Кто в это играет? Ну вот поэтому сегодня я хочу вместе с вами разобраться, как в это играют. И нахуй. Но вы можете прямо сейчас, не теряя времени, высказать в комментарии все, что вы думаете об этой игре. Я почитаю, подумаю. Может быть, я был неправ. Или, может быть, я сейчас вообще как уйду в нее играть на неделю, и ролики перестану снимать, и вообще никуда не поеду. Все. Буду задроить Roblox. А кто же его знает? Да кто же его знает? Все же в него играют? Или не все? Кто в него играет вообще? Square Frost 011101. Это мой ник. Это квадратный Frost 01101. Двоичный код в конце имени, потому что все нахер было занято. Просто все мои ники простаскивали. Но это не суть. Давайте вот это что за чудовище. Видимо, это я. Давайте переоденем его, что ли. Я еще и покупать волосы должен. Че, серьезно? Почти один к одному рубль получается. Даже дороже. Один вот этот РС, вот эта вот валюта непонятная. Она стоит 1,2 рубля. Кто будет в эту херню донатить? Я могу и с голой жопой бегать. Зачем мне вообще здесь что-то переодеваться? Чё это вообще такое? Да, еще за патлы я не платил. Вот как это. Вон есть белая челка. Нормальная челка. Давай, дрочь какая-то. Что это? Это что это? Длину ног меняет? Да я квадратный, я же из Майнкрафта сбежал. Вы чё? Идеально, просто лучшее, лучшее, что можно, лучшее, что было придумано в этой игре, это квадратная голова. Че, и что? За 500! Это почти 600, может быть, чуть даже больше рублей. Да я себе нормальную стрижку в жизни сделаю, чем куплю эту голубой хохолок. Вы что, серьезно, что ли? Я, конечно, может, и люблю аниме, но прическа Наруто мне здесь нахер не усралась. Вы что, дебилы, что ли? Это все говно. Мы сюда сами пришли поиграть в Happy Wheels. Мы просто случайные, мы мимо... Я просто мимо проходил и случайно здесь оказался. Вот всем, кто спросит, что-то происходит, вот так и говорит. Он просто мимо проходил. Я не знаю, что-то происходит, он просто мимо проходил. В Happy Wheels хотел открыть, вот, Happy Wheels открыл. А так я просто мимо проходил. Что это такое? Почему у меня в инвентаре делать спиннер? Че, серьезно, в 2019 году я должен ходить со спиннером? VIP, VIP, Омега, Админ Рум, чё, серьезно? Не, ну, what the fuck, what the fuck, what the чё? Он умер. Кажется, он сдох. Что с ним? Он умер? Блять, он просто притворяется, вот дебил. Он не может ускориться, чё, серьезно, я даже ускориться не могу, выси. По кайфу. Просто я обожаю эту игру. Она мне уже нравится просто. Я буду играть в нее днем и ночью. Не буду спать. О, это паркур. Мне обещали Happy Wheels. Где мой велосипед, ублюдки? Почему я бегаю как дебил со спиннером и просто прыгаю по каким-то кубикам? Это даже... Да я в Майнкрафте пизжи в 100 раз построил. Чуть дураки, что ли? У меня просто дар речи пропадает. Я не знаю, что сказать. Просто какой-то... Я даже не знаю, как его назвать. Просто вот это существо. Оно просто бежит, крутит спиннер и просто бежит по каким-то кубикам, квадратикам. Причем они даже не пиксельные. Это они воксельные, просто они просто топорные. Такое ощущение, как будто это просто какой-то школьник на уроке информатики просто скрафтил. Вот прям за 40 минут, бац, и информатик такой, ну, за 40 минут, в принципе, неплохо. Спиздил Спанч Боба и, в принципе, ну, нормально, пойдет там. Давай в интернет загрузим, пусть там поиграет. Они такие загрузили, и кто-то играет. Ну вот, в это я могу поверить. Если бы мне сказали, что это так все и было, я бы вот такой, ну... Ну, в принципе, для урока информатики в школе неплохо. Нас вообще учили на информатике так, калькулятор создавать, а мы удаляли рабочий, скриншотили рабочий стол, удаляли значки и все. Ну и как бы на этом наше развлечение заканчивали. What the fuck, что это?
Чего? Я сгорел? На работе? What the fuck? Какого? Что это, мать вашу, произошло? Да в смысле, блядь? Чё это такое? Почему я развалился? Что это? Это типа опасные блоки? Куб... опасность? Да почему? Я же не задела, сука! Ай, ёб твою мать, почему звук школьника, которому просто по портфелям по жопе кинули, он такой... О! О! Мне кажется, это все так примерно. Ну, как говорят, на информатике записали, одноклассника пинул, карандашом ткнул, о! И ты звук записал для игры. И норм, в принципе. Судя по тому, что я вижу анимацию на воде, это примерно как-то так и... Да ёб твою мать! Ты чё, идиот? Идиот. Спиннер достал, раскрутил и полетел, как Мэри Поппинс. Раскрутил эти... Да ёб твою насрал, ну ты чё, обосрался, что ли, Ярик, блядь? Я не знаю, это в каком месте, мать вашу, это... Сука! Хэппи Вилс, в каком, мать вашу, месте это Хэппи Вилс? Какой донат? Иди ты в жопу своим донатом. Серьезно, они везде суют свой донат. Я сейчас как к твоей мамке съезжу. Я лучше это деньги потрачу на проезд, чтобы к твоей мамке доехать, а не тебе донатить буду. Ты понял меня? Быстро уровень я удалил. Вот почему я прыгал, а потом умер. Расстыковался. Позвоночник, видимо, не выдержал от прыжков, он умер. Паркурщик, мать твою. Да ёб твою! Да в смысле? Чё обосрался? Чё обосрался, что ли? Чё обосрался? Обосрался. Да я ж не достал! Вот чё случилось? Чё? Пошёл ты нахер, ты смотри там сколько... Все, иди в жопу, просто иди в задницу. Это тупой какой-то уровень, я не знаю, я леваю отсюда нахер. 32 тысячи людей в это сыграли и примерно... Кому-то понравилось. Давайте попробуем, давайте посмотрим, что это такое. Что за... что это такое? Happy Wheels Tucson. Чего? Собаку купить? На кой хер мне купить собаку? Вон собака ходит. Снежок, иди сюда. Чего? О! Ты чё, дурак, что ли? Как... Чего тут происходит? Я не понимаю. Какой, мать вашу, это вообще Happy Wheels? Что здесь, мать вашу? Что это за говнина? 90% поставили лайки этой игре. 158 тысяч плюс игр сыграно. Что здесь происходит? Я не понимаю. What the fuck? Что это происходит вообще? Куда я зашел, сука? Язык какой-то. Что нахер такое? Чего это? Почему он язык мне в жопу засунул? Ты чё, больной ублюдок, что ли? Что, мать вашу, здесь происходит? Я не понимаю. Что это за говно? Так, я типа Спайдермен, только делаю все языком. Понятно. Это немного по-другому называется, но допустим, я все понял. Моя не понимать, в чем смысл ваша карта. Что это, блядь, такое? Что это такое? Какого хрена здесь происходить? Моя не понимать вообще ничего. Что происходит? Я затоптал какого-то супергероя. Посмотрите, сколько человек здесь находится. И занимается хуй пойми чем. Человек 20 просто здесь бегает и лижет все подряд. Какого хера здесь творится? Аниме High School Beta. Аниме старшей школы. Я не знаю, что тут может пойти не так. Давайте в аниме пойдем. Раз не получилось поиграть в Happy Wheels, давайте посмотрим просто вообще, что здесь происходит. Я в шоке. Я просто в шоке. Я даже больше, чем просто в шоке. Я... Welcome to аниме старшей школы. И тебе нравится у нас, допустим, я пока не уверен. Так, идите в жопу. Один. Сама. Вот. Юки-чан, все, отвали от меня. Все, иди отсюда. Все, я устал, дайте мне. Это список дел на сегодня? Троллировать память, хейтить, гивить, пиздить ботанов. Я все понял, все, я справлюсь. Давай быстрее вырубай эту говно. What? Я просто лег посреди школы, это и очень интересно. Просто уснул. Просто шел на мать вашу, уснул. Опа, сел.
Быстро сел. Но нормально, нормально. Классика. Все, быстро встань, пан. Дэнс, ебой. Ебой, мы будем танцевать в школе. Один сама будет танцевать всегда. Неважно, что он делает сегодня. Эй, тёлочка, смотри, как я танцую. Ой, какая-то страшная. Я потанцевал отсюда. Они просто бегают и нихуя не делают, прям как я. Они тоже просто тупо бегают и тупо нихера не делают. Я не знаю, зачем они это делают. Чё тебе надо от меня? Чё тебе от меня надо? Она, мне кажется, домогается. Она входит в мое личное пространство. И мычит. Она мычит. Она хочет, чтобы я ударил ее как корову в Майнкрафте. Или что происходит? Я не знаю, она мычит. Она просто мычит на меня. Видимо, это недоделанная игрушка, и здесь нехер делать просто. Давайте посмотрим, что здесь вообще. Давай, про топ игры. Есть какой-нибудь топ? Что здесь самое популярное? Jailbreak Games Update for Magnet Simulator Free Dominate Bubblegum Simulator. 90% залайкованных. Лучший ваш режим. Самый лучший, в который играют все в этом мире. Не, вечер в хату, пацаны, ауе. Сбегать я буду. Конферм. Такси? Зачем мне такси? Я сам убегу. Что происходит? Я думал, мы как-то будем план там вилкой копать проход. Это полицей бил. Полиция, я сам, я сдаю. Нет, не сдаюсь. Слышь, ты петушок, ты что-то знаешь, на бывалого не похож. Откуда он испарился? Вертолет! Летим отсюда, все. Хоть текаем. Все, полетели, братан. Давай отсюда, давай. Улетаем. Блядь, его парашют взял. Полетели, начальник. Это мой лучший друг вообще. Просто совпадение, что он тут работает, а я тут сижу. Может, он оборотень вообще, вы откуда знаете? Ты ментяра позорный, на тебя по щам. Выбил его отсюда нахер. Все, полетели отсюда, жить в Лондон, улетаем жить навсегда. Ну, все, я убежал. You escaped. Ай, красавчик, ай, молодец, все, я победил вообще. Изи как. Я пошел отсюда. Что такое? Я пошел отсюда. Меня повязали! За что, начальник? Ты че, сука? Я ж сбежал уже. Я тебе сейчас такой вечер в хату, сука. Я только убежал. Ах ты мудила. Ты кого посадить решил, начальник? Я сейчас сам сяду. Не больно-то и хотелось убегать, в принципе. Ведь я здесь счастлив. Я просто тут счастлив. Мне нахер убегать не надо было просто... Здесь же происходит. Куда я побежал? Начальник, открывай дверь нахер. Садись, мы уезжаем отсюда. Посмотрим, что эта дверь скажет на это. Ясно. Да вы, наёбщики. Все, поехали отсюда, братан. Ты идиот, я с тобой не поеду. Я просто сбежал. Интересненько. Просто свалил. Очень интересно. Я просто поеду. Я просто сбежал. Просто на язычах, я не знаю, что происходит. Изи нитро! Хаякти! Очень интересно. Хочешь меня сам посадить? Хочешь меня посадить? Хер ты чё посадишь, понял? Я уезжаю. Хера ты меня догонишь. Он прям на вертолете за мной. Ага, пошел ты нахер, козел. Я сам полетел нахуй отсюда, понял ты вообще? Блюдок, мать твою, все, я полетел нахуй отсюда. Блядь, наебали. Наебсики, вы меня так не возьмете, мусора! Ты меня не возьмешь, мусора! Форту масти мусорам попасть! Ты чё ко мне в машину сел, козел? Сука, завязал, так пошел ты нахер, козел! Тесла, я сейчас от 16 тысяч пошел ты нахер, козел! 16, сука, он стреляет по мне, пошел ты нахер, козел!
Подстреляй себе в очко, мудила. Блять! Что случилось? Что случилось? Рубаху в жопу засучилась опять, да, мудила? Ладно, это, конечно, очень интересно, но нихуя не интересно. Нихуя не понял, но очень интересно. Симулятор Bubblegum. Bubblegum симулятор. Вообще, мы пришли в Happy Wheels играть, но Happy Wheels здесь полное дерьмо. А, то есть я просто собираю монеты, надуваю пузыри. Это очень, конечно, интересно. Я надуваю пузыри и продаю их вот здесь. Собираю на это монетки, а на монетки покупаю питомцев, которые ускоряют мои сборы. И количество жвачек, или чего. Нихуя, понял, но очень интересно. А, я на здоровые пузыри надуваю, это пузыри такие здоровые. Очень интересно, все очень интересно, да. Не спорю, максимально интересно просто. Я просто беру, покупаю себе теперь более большие. Да опять он полный, намашу жвать. Поскольку у меня этот дурацкий пузырь надувается, что он настолько огромный. А плюс 200, хера. Собственно говоря, вот так и происходит весь геймплей. Я не знаю, зачем я это делаю, но я зачем-то это делаю. Я просто стою и надуваю пузыри и продаю с них бабки. Хе, я с этим пузырем еще и прыгать, оказывается, высоко могу. Ну, прикольно, только зачем? Это все очень-очень и крайне, очень, на самом деле, интересно. Но делать мы этого, конечно же, не будем. Но какого хрена вообще я это делаю? 564, да вы чё, долбанулись что ли? Ё-моё, 96 миллионов, вы чё, совсем долбанулись? 75к, а, охераш себе. Вот это уже интереснее, это уже... Кристальчик, 600 кристальчиков. Так, это уже начинает быть более интересно, чем вот это вот просто так, вот это вот. Бабосики, надо бабосики собирать. 3-2к. Ну-ка, ничего себе. Сундучочек. Опачки. Опа, нормально. 16к. Пф, бомжатня. Ракета. Я, кстати, забыл, я же могу поднадуть еще себе, чтобы прям хорошо так взлетать. Так, это нормально, нормально. Да, 3000, слушай, а неплохо, неплохо. Тут можно, оказывается. Я-то думал, вся игра заключается в том, что ты внизу стоишь, тупо и фармишь. Ну ладно, это уже интереснее. Тут уже можно залипнуть на какое-то время. Семь тысяч, нормально. Опачки. Так, а здесь у нас что? Блять! Куда вы меня-то отправили, дебилы, блядь? Последняя, конечно, игра была довольно залипательной, но я, к счастью, смог выбраться из ее плена. И если бы так много людей не играли в этот Roblox, я бы, пожалуй, просто удалил сейчас ролик и сделал вид, что никогда его не записывал. Вы, конечно, можете меня переубедить в комментариях или, наоборот, поддержать меня в комментариях, еще поставить лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой инстаграм. Я не знаю, что еще добавить по поводу этой игрушки. Пожалуй, лучше я почитаю ваши комментарии. А пока пойду поиграю в Майнкрафт. Шутка. Хотя я знаю, кто виноват в том, что я сегодня записал этот ролик. Мы хотели поиграть в GTA, но парниша слился с нашей катки, и поэтому я думал, в что поиграть. И вспомнил, что когда-то давно мне писали «Поиграй в Roblox», и я увидел Happy Wheels Roblox. Ну и, в общем, скажем, звезды сошлись именно так. Поэтому у меня есть кого винить в том, что сейчас вы посмотрели. У вас тоже есть. Всем удачи, всем пока-пока.